Еще мы нашли отличное кресло из старых времен Советского Союза. Хоть оно и винтажное, но при этом вполне себе функциональное. Хоть не только у меня и валится из рук, но мы применим их по прямому назначению. Мы хотим использовать их в парнике для полива воды. Хотим настроить что-то своего рода автополив, но при этом растения будут забирать именно столько воды, сколько им нужно. В дальнейших видео вы увидите, что у нас из этого получится. По поводу кресла. На сегодня у меня задача с этим креслом стоит достаточно простая. Мне нужно его почистить, снять внешний слой обшивки, потому что внешний слой обшивки мы будем заменять. Мы уже купили вчера ткань, съездили в город. Будем заменять внешнюю обшивку и перетягивать кресло. А ручки мы обтянем либо также тканью, вот эту часть ручки, чтобы она выглядела покрасивее. Либо будем перекрашивать. Либо третий вариант, это у нас есть, обтянуть ручку джутом, обмотать. И при этом тоже будет все выглядеть стильно и интересно. Кресло выглядит далеко не самым лучшим образом. Оно достаточно старое. Но мы постараемся его отреставрировать. Кресел у нас таких два. И это вторая задача на мой сегодняшний день. Да. С креслом, пожалуй, я погорячился. Это оказалось не так просто, как мне хотелось. И сейчас я только сумел за почти что 2 часа их кое-как разобрать. Это у меня остатки мусора, которые остались от кресла, стенки, спинки и прочее. Вот здесь вот у них находится пружинный механизм. А вот эта вот липкая часть, это бывший поролон. Вот что, в общем-то, из него стало. Как от него избавиться, пока что у меня идеи нет. Единственная идея, которая мне пришла в голову, это взять и кинуть в огонь. Это у меня есть бочка, в которой нужно сжечь листу. В общем-то, закинуть эти два пружинных механизма и обжечь. Идея с обжигом оказалась не очень хорошей, потому что, когда я закинул туда пружинные механизмы в бочку с листвой, все запылало синим пламенем. И был очень сильный жар. Наверное, это послужило тем, что металл испортился. Я не знаю, как правильно назвать данный процесс. Но ничего хорошего у меня не получилось. И по итогу пружинные механизмы просто стали мягкие. И я не смог ими никак воспользоваться. Потому что они проминались при любом нажатии или обратно они управлялись. В общем, свойства металл потерял. Поэтому я буду обкладывать все поролоном. Поролон я нашел в сарае, поэтому я его просто-напросто не покупал, а использовал тот, который уже был. Он был, в принципе, вполне себе пригодный. Также у нас был еще диван, который я хотел восстановить, но по итогу этот диван мы восстанавливать не будем. Наверное, по крайней мере, пока что. Может быть, в дальнейшем мы его и сделаем. Именно оттуда и, в принципе, я взял поролон с подушек, которые там использовались. Поэтому это вполне хороший, достойный поролон, будем им пользоваться. Ткань мы купили в магазине реклама, можно сказать, Ивановский текстиль. Вышла она по 326 рублей за квадратный метр, если моя память не подводит. В длину это был метр погонный, в ширину это был 1,4 метра погонных. Нам потребовалось 4 с небольшим погонных метра. Использовал я их все полностью, и даже, можно сказать, немножко нам не хватило. Пришлось выкручиваться и делать, ну, не прям чтобы супер стильные спинки у кресел. Но в конце видео вы увидите, что у меня получилось. Мне кажется, вполне себе достойный результат. И даже несмотря на то, что ткани было мало, мы смогли как-то выкрутиться из данной ситуации. Обивал я все степлером, не подшивал ничего, просто степлером прям загибал края и пробивал их насквозь. Поэтому получилось вполне точно так же, как и было до того, когда я эти кресла стал разбирать. Там точно так же крепилось на скобы, и поначалу я думал, зачем же так много скоб использует
Использовал, вернее, это человек, который делал это кресло. Но когда я начал крепить, я понял, что без большого количества скоб никак не обойтись. Потому что эти самые скобы, они удерживают ткань на месте, когда мы садимся на это кресло. Ткани в первый день мне не хватило, пришлось сходить докупить еще ткани, вот как раз-таки, чтобы у нас получилось 4 квадратных, ну, 4 погонных метра. Купили снова за те же самые деньги. Жена как раз-таки ездила по пути и прикупила мне ткани. Думал я поднапрячь жену, но по итогу решил, что такая работа не подойдет для женщины, и лучше я ее сделаю сам. Думал это сделать на работе, чтобы сэкономить время, но на работе, к сожалению, у меня не получилось бы это сделать, потому что работа кропотливая, требует внимания. Несмотря на то, что, казалось бы, все просто, там подшивай эти самые швы и все. Важный, наверное, нюанс — это то, что края лучше не обрезать, а просто подгибать и прям на складках их пришивать. Шов получился, так сказать, почти что незаметный, но все равно видимость шва остается. И, конечно же, видно, что это не фабричная работа, а работа немного кустарная. Изначально мы думали вообще, в принципе, если получится хорошо, может быть, и креслам не подойдут, мы их продадим. Но мне кажется, такой результат продавать, ну, немножко стыдно. Хотя, ну, выглядит вполне себе прилично. Может быть, они бы ушли за ту же самую цену, что мы потратили на эти кресла деньги, но продавать их за, грубо говоря, 2000 рублей, два кресла мне неохота. Вот если бы мы их продали тысяч бы за 6, тогда еще другой результат, другой, вернее, разговор. Возможно, стоило более качественно ручки у кресел отшлифовать, отполировать и очистить от предыдущего лака и поверх красить новым. Но мне было нечем, да и лень было, поэтому я просто поверх старого лака покрасил ручки новым лаком, темным, который был заколирован, который был немножко темного цвета. По времени у меня ушло на все работы, наверное, где-то около часов 6, не меньше. Вторую часть подушки я, кстати, делал из кусков поролона, потому что оказалось, что у меня целого куска поролона просто нету. Я наложил маленькие обрезки, и сверху у меня оказался тонкий кусок поролона, примерно толщиной пару сантиметров. И его я как раз-таки использовал для того, чтобы у нас получилась ровная спинка и не было видно этих самых кусков. Работа кропотливая, нудная, я бы сказал, наверное, скучная и неинтересная, но за то время, пока я это делал, я послушал различные курсы на YouTube, которые я люблю слушать во время работы по инвестициям. Вроде бы как дело делаю, и польза есть какая-никакая. Старые крепления, к сожалению, я прям закрепить их обратно не смог, потому что что-то они у меня плохо крепились, поэтому пришлось выдумывать там в дальнейшем гений инженерной мысли применять о том, как закрепить эти ручки к самому основанию кресла. Лак я использовал недорогой, фирмы Лакра. Стоил он там в районе 100 с небольшим рублей. 100, по-моему, 60, что ли, рублей или 170. Вот. Получается, было написано, что он колирует темный цвет. Я думал, что будет очень-очень темный густой цвет. И все ручки у меня сразу же закрасятся. Но мне пришлось покрасить примерно в 4 раза слой, чтобы у меня хотя бы что-то прокрасилось, более-менее темное стало. Но все равно это, опять же, не спасло меня от некоторых мест на кресле, где ручки были с сильными сколами, и они так, в принципе, остались. Но я их поставил той стороной, где эти сколы есть, как, ну и, в принципе, не очень заметно для нашего использования, наверное, подойдет. Последний этап — это была подготовка места, где у нас будет стоять кресло, старый диван, на котором мы раньше спали до строительства нашей кровати. Ссылка сейчас оставлю в описании. А вот, мы передвинули, вернее, я передвинул его на новое место, где у нас будет стоять. Мы его хотели тоже продать, убрать, но пока что никто у нас его не покупает. Но диван хороший. Вот, и на место этого дивана мы поставим наше кресло. Кресла у нас будут стоять прямо напротив экрана большого, где мы смотрим кино. Вот, мудрил с результатами там, как поставить ковры, никак не приходило в голову. Надо здесь, наверное, нам класть линолеум, потому что ковры — это вроде как хорошо, но линолеум лучше. А лучше всего ламинат положить. Но на ламинат пока что мы денег не накопили. Вот, крепление, сборка кресла самое простое. Собрал, поставил. Ну и сейчас увидите финальный результат, что у меня получилось из всего этого процесса. Ну, так сказать, финальный. Ну вот, так сказать, финальный результат этих кресел, которые я делал, и что у нас получилось.
По-моему, выглядит вполне себе прилично. Сзади это вот так выглядит. И смотрим с помощью этих кресел наш кинотеатр. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите комментарии, тем самым вы поможете развитию нашего канала. Всем спасибо за просмотр.